Здорово! Чайная Настя на связи, добро пожаловать в новую игрушечку на моем канале, а именно Prison Simulator, симулятор тюрьмы. Желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, а мы начинаем. Итак, начнем новенькую игру, я вроде тут все настроечки подкорректировал. Так, нам сразу предлагают нормальную сложность. Я предлагаю ее даже не менять, потому что, ну, нормальная сложность — это очень хорошо, потому что это самая лучшая сложность. Выберите название тюрьмы. Назовите... Ну вот, название есть, алло. Надо назвать. Мой мир. Назовем. Пофиг, мой мир. Начало, редактор, добро пожаловать в редактор заключенных. Здесь ты можешь выбрать внешний вид для своих первых осужденных. Справа ты найдешь поле для изменения имени, фамилии и голоса заключенных. Также справа можно настроить характеристики тела заключенного, цвет лица и оттенок кожи. Когда все готово, нажми подтвердить. Если ты не хочешь выбирать, как должен выглядеть заключенный, нажми рандомизация, а затем подтвердить. Твой заключенный получит случайное имя. Короче, я понял. Все, закончить. В редакторе банк ты выбираешь заключенных, которые войдут в каждую из трех банк. Да вы серьезно, что ли? Тут надо добавлять еще участников банды какие-то. Я не знаю, каких-то добавляю в разные банды, пускай. Самая большая банда будет это. А, во, можно общую рандомизацию. Все. Зачем нам париться? Возьмем рандом, включим и все. Рандом все сделает за нас. Совет заключенных, когда любят писать и рисовать на стенах. Да, я правильно только что прочитал. Писать. Рисовать на стенах. Никогда не знаешь, какое произведение искусства ты найдешь на следующий день. Я понял. У нас сейчас загрузочка идет. Такс. Опа, ролик начался. Ля. Трейлер просто. Baked Games Present. Я побежал в кончик. Спины. Прекрасно. Опа, помню. Prison Simulator. Симулятор тюрьмы. Жесткий трейлер. Добро пожаловать в симулятор тюрьмы. Кроме этого, есть возможность столкнуться с ошибками. Нет, это нам не нужно. Твоя главная задача — выполнить данные на день задания. Проверь их список в дневнике. По умолчанию о реагируй на плохое поведение заключенных разговорами или силой. Во время работы также отдыхай в перерывах между заданиями. Большинство ваших действий оценится другими охранниками и заключенными, что влияет на уж уровень уважения. Общий уровень уважения, нижний угол экрана, состоит из средней величины ваших индивидуальных отношений с заключенным или охранником. Вы знаете об этом больше в статистике во время игры. В свободном времени вы сможете играть в мини-игры, проходить побочные задания или реагировать на происходящие в игре события. Такс. Ой-ой-ой-ой, какая бешеная сенсота, ёколы-моне. Почему во всех играх всегда постоянно такая бешеная сенса? На двадцаточку поставим. Нет, еще все равно большая. Ставим где-то на десяточку. О, нормально. Пойдем. Здесь все в порядке. Давайте поговорить. Привет, ты должен быть новый охранник. Спейс. Я Ричард, приятно познакомиться. Мне тоже. Че, хочешь о чем-то спросить, пока мы не пошли к начальнику тюрьмы? Он хочет переговорить с тобой до начала смены. Расскажи мне что-нибудь об этой... Может быть, давайте спросим своего дневничка.
Основную информацию тебе, вероятно, сообщит начальник. Пока что расскажу тебе об уважении. Ты можешь зарабатывать репутацию среди заключенных охранников. Все зависит от твоих действий. Если ты хорошо выполняешь свою работу, поддерживаешь порядок, перехватываешь контрабанду и помогаешь охранникам, они будут довольны. Что касается заключенных, они будут не слишком рады. Если ты не хочешь ссориться с зэками, иногда, только иногда, можно делать вид, что ты не замечаешь нарушений. И они это оценят. По крайней мере, старайся не лупить их по любому поводу. Так что же советуешь мне спускать или нарушаешь не так громко? Я сказал иногда, и речь идет только о небольших нарушениях. Естественно, следи за, чтобы другой охранник тебя не заметил, иначе будут проблемы. Так, а зачем мне нужно это уважение? Чтобы у него было проблем. Если ты заслужил что-то уважение, у вас будет более дружелюбное отношение. Кто знает, возможно, это спасет тебя в момент опасности. А если кто-то тебя не возлюбит, то попробуй превратить твою жизнь в кошмар. А что если заключенные и не охрана не будут у него уважения? Такое тоже бывает. В этом случае зэки, наверное, снова поднимут бунт. Что касается охраны, ты можешь потерять работу, или тебе урежет зарплату. В общем, советую соблюдать баланс или выслеживать перед обеими сторонами. Хотя мне это кажется невозможно. Так, еще вопросы. Расскажи мне что-нибудь об этой тюрьме. В какой-либо тюрьме опасно, если не соблюдать осторожно. Вроде все нормально, тут зэк прячет тебя заточенной ложкой. Не доверяем. Впрочем, приятные моменты тоже есть. У нас есть отличная комната для отдыха, где можно потусить, выпить кофе или поиграть в дартс. Ух ты, а ты слышал о последнем бунте? Нет. Несколько месяцев назад у нас тут был большой бунт. Пленники как-то открыли камеры и пытались захватить тюрьму. Это прямо на следующий день после выхода нового охранника. Может подумать, что парню не повезло, только вышел на работу и тут такое. Но на самом деле не повезло заключенным. Этот парень выступил как целая армия. Такой Джон Уик, ну знаешь, герой боевика. У него еще вроде убили кота, он фактически в одиночку подавил бунт. А через несколько дней случился блокаут, и он снова со всеми разобрался. Классный был парень. А что с ним случилось? Он на сборочной работе. Случились какие-то разногласия с начальством, думаю, из-за денег. Еще вопрос? Да нет, хватит. Ладно, тогда пошли к начальнику. А, у меня еще кое-что. Если заплутаешь, используй карту. Чтобы открыть ее, нажми R. Так, я надеюсь, ты забрал базовое обмундирование шкафчика, чтобы надеть его, использовать колесико мыши или кнопки. Готов ли за мной? Рация. Так, пойдемте. Брифинг, задание следуйте за охранником. Все, значит сюда. О, начальник. Здрасте. А клуб у нас. О, ты, наверное, новый охранник. Я Кеннисон, начальник твоей. Я твой новый начальник. Приятно познакомиться. Как самочувствие, нервничаешь? Разве что. Не волнуйся. Первый день ничего ужасного произойти не должно. Но я так думаю. Просто не показываем свой страх, они его чувствуют. Итак, дело. Вот твои обязанности сегодня. Они занесены в твой журнал. Если не ошибаюсь, его можно открыть кнопкой G. В нем ты прочитаешь, что нужно сделать. Я отмечу на карте, куда нужно пойти в первую очередь. После выполнения каждого задания у тебя будет свободное время. Можно будет передохнуть, побродить по тюрьме или просто расслабиться. У нас хорошая комната для отдыха, и там есть кофе и игры. Когда захочешь работу, я отправляйся в переговоры. Ну, я читаюсь о сделанных делах. Вот, кажется, и все. Вопросы? То чисто гипотетически, что если тебя попытка отправить тебя в лазарет. В случае несерьезных там ты можешь использовать лекарства или снеки. Снеки можно купить в торговых автоматах. Что еще? Где здесь туалет? В комнате отдыха, конечно. Есть еще вопросы? Да, здесь платят за зарплату. Каждый день после отчета проделанной работы. Чем лучше справишься, тем больше получишь. Что еще? Вопросы о прибавке к жалованию будут проигнорированы. Значит, все понятно. Отлично, можешь идти. Удачи. Зачем выполнено? Значит, задание у нас идите к камерам. Пойдемте к камерам. С нашим охранником. У нас первый уровень. Уважение, тюремная охрана 41%. Так, а что у нас? Агась, брифинг. Задание на день, брифинг. Проверка. Ага, значит, мы сейчас должны там проверочка, да, пройти. Так, нам идти, я так понимаю. Бегать можно? Бегать можно. Ты можешь купить еду, если она тебе нужна. Еда увеличит твой запас очков здоровья. Подойди к автомату и выбери что-нибудь. По умолчанию Е. Выбери нужный продукт. По умолчанию левая кнопка. Выбери. Короче, я понял. Использовать. $3. У меня денег 10. Давай купим оранжеса. 1. Подтвердить. Все, я купил себе что-то. Пойдемте к камерам. Так, пробежимся, так сказать. Открываем. А здесь камеры вообще пустые. А вот здесь уже они есть. Твоя первая задача проверить наличие заключенных. Войди в дежурную.
в дежурную, которая находится слева от входа, и с помощью рычага открой камеры. По умолчанию Е. Затем выбери счетчик, подойди к каждому заключенному и отметь его по умолчанию. Так, когда заключенный не появляется на перекличке, подойди к ним и поговори с ним по умолчанию, чтобы выяснить причину такого поведения. Реагируй, когда заключенный ведут себя неправильно, используя один из инструментов прямого принуждения. Выбери оружие из кругового меню. Значит, да, я сейчас музыку чуть-чуть потише сделаю, потому что... Вот так. Чтобы она слишком громкой не была. Так, нам, значит, сюда. Е-е. Включаем. Так, вот он, счетчик. Подойдите к каждому заключенному, нажмите левую кнопку мыши, чтобы посчитать. Здорово. Первый есть. Когда заключенный нарушает правила, накажи виновного. Например, кто-то начал драку или напал на нас. Но сначала нужно успокоить его дубинкой или электрошумом. Иногда достаточно простого разговора, но в большинстве случаев нет. Выбери рацию и подойди к агрессу. Используй рацию и выбери одно из доступных наказаний. Заключенный получит штраф. А ладно, потом разберемся. Так, считаем. Здорово. Считаем всех. Что ты здесь сидишь? Заключенный, который не явился на перекличку, нужно поставить на место, поговорить с ним. Почему ты еще не... Я не очень хорошо себя чувствую. И тогда я сообщу нашему дежурному врачу. В этом нет необходимости. Я знаю, в чем дело. Скоро приду в себя. Мне просто нужно немного полежать. Так, подожди. Окей. Хорошо, но мы за тобой присмотрим. Я ощущаю, что ты на месте. Спасибо, чуткая вертуха. Редкое зрелище. Так, мы его отмечаем. Идем дальше. Отмечаем. Еще одного отмечаем. Подожди, я его отметил? Да, отметил. Меня окружают одни идиоты, естественно. Может, стащим что-нибудь сегодня? Пока что мы всех отмечаем, все присутствуют. Мне такой сон приснился. Так, почему-то не переклички, как все. Ну, что? Что случилось? Я не знаю. Ты что, отдавался? Нет, не хорошо, просто хорошо. У тебя огромные зрачки. Это чтобы лучше тебя видеть. Лучше оставайся в своей камере. Но если что-то... Со мной все будет в порядке, не волнуйся. Так, считаем его. Считаем его. А где еще два? Подожди, я вас считал. Да, я их считал. Где двое? Еще двое где? А, вот, спрятался. Перекличка почему-то все еще тихо, я пишу в своем воображении. Что ты пишешь? Главу для моей книги. О чем будет эта книга? О своей жизни в тюрьме. Соверь, хватит, пока я не сошел. Ладно, можешь продолжать писать. Так, его отметили. Теперь нужно найти еще одного последнего. Че ты хочешь? Такс, 15. Да, вот, этого мы поскали. Где люди еще? Так, камеры проверяем. Так, этого мы видели. Этого мы тоже видели. Этого мы только что смотрели. Где последний? Алло, может, я не просчитал всех? Ну, давайте опять посчитаем. Раз. Боб Кларк. Ну, это ж мы только что его считали. Боб Левис. А, вот, все. Свободное время ведения. Теперь о твоем свободном времени. С его помощью можно играть в мини-игры, а главное выполнять побочные задания. Ну ладно, это я понял. Задача выполнена. Свободное время. Пойдемте куда-нибудь сбегаем, не знаю, в какую-нибудь качалку. Допустим. Так. Так, я не знаю, двери автоматически закрываются или нет, но пофиг. А, бежим. Слишком мало энергии. Тут можно типа посидеть просто. О, тир! Есть тир, нифига себе. Так, как в этот тир попасть? На 6-м уровне. Блин, а мне кажется, туда так и только и попасть. Хотя фиг его знает. А, вот стрельбище. Пойдемте на стрельбище. Добро пожаловать на стрельбище. Пойдемте-ка на стрельбище. Берем. Ну-ка. Позиция. Пофиг, давайте подтвердить. Подтвердить. Все, погнали. Ну-ка. Нифига себе. Жестко. Стрельба, на, получай, дай. Развлечение.
прикольненько, прикольненько. Развлечение происходит. Так. Подтвердите. В свободное время задача выполнена. Идите в комнату досмотра посылок. Пойдемте смотреть посылочки. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Идите в комнату досмотра посылок. Сейчас уже мы подошли. Так, мы уже будем смотреть за посылки, что там привозят. Такс. В это время этой задачи необходимо смотреть содержимое посылок. Подойди к полке, вас посылка, возьми посылку. Затем положи ее на стол. Я понял. Так, на какой стол? Все, понял. Для начала смотрите, сними крышку с коробки. Я понял. Открываем. Е взять. Открыть предмет. Ну, здесь вроде все пусто. Так, дальше вторую книжку берем. Ну, здесь тоже все пусто. О. Шприц. Взять. Ай-яй-яй. Так, здесь пусто. Еще один шприц. Все, я все вроде проверил. Так, а что потом нужно сделать? Выберите заключенных, которые пойдут в столовую. Подожди, а в смысле выберите заключенных, которые пойдут в столовую? Я сейчас как бы посылки разбираю. Милка. Млеко, блин, Милка. Пока что посылки все пустые вроде бы. Ну, кроме там были первых. Да, эти, это пустая. Такс. Да, ёкалманы. Все, давай, это мы тоже оставляем. И это. Ну, это к нему надо обратно положить было просто. Так, здесь у нас все пусто. Здесь тоже все пусто. Здесь тоже все пусто. Типа, куда просто еще класть? Да, вот я просто даже не заметил, что здесь. Все. Пойдемте, у нас опять свободное время. Так, пойдемте куда-нибудь на улицу. Я даже не знал, что здесь улица есть. Так, энергия тут быстро тратится. Пойдемте, надо энергию покачать. Так, а как туда попасть? Туда, наверное, по-другому как-то попадать, да? Да, это выход из тюрьмы. Куда я пробежал? Так, слишком мало энергии. А вот здесь вон какая-нибудь. Посидеть можно, просто отдохнуть. Пойдемте, посидим, отдохнем. Чем мы будем париться? Просто возьмем, посидим, отдохнем. Да, просто посидим, пропустим перерыв. Так, задача выполнена. Идите и возьмите заключенных из блока Б. Пойдем. Так, бежим. Так, я понимаю, нам туда, а туда вот здесь пройти можно. Пойдем. Ходят охранники, смотрят. Уважение, тюремная охрана, 42. У меня практически все одинаково. Чтобы попасть в мастерскую, сначала с помощью счетчика выбери заключенных для работы. Указанные люди выстроятся в очередь. Когда ты соберешь максимальное количество людей для работы, выбери команду за мной по умолчанию там. Заключенный преследует за тобой мастерскую. Так, а за какой стол? Подойди к столу, чтобы начать выполнение. Опа. Стырил. Так, подожди, так я же вот подошел к столу. Или это не тот стол? Подожди, какой стол? G. Мастерская. Отведи выбранных. Ну вот. Идем к столу. Подошел. Так, подожди. Подойди к столу, чтобы начать выполнение. Мастерской может работать столько людей, сколько имеется рабочих мест. Используй команду сбор и выбери заключенных счетчиком. А как? Собраться. Я понял.
Боже, я ничего не понял. Боже, дубинку зачем ты достал? Подожди. Где счетчик? А где счетчик? А, вот. Ты пойдешь. Ты пойдешь. Ты пойдешь. Давай, ты еще пойдешь. И еще какого-нибудь. Тебя давай. Все. Жопа. За мной. Пойдем. Идете там? Идут. Как мне? Там с ними сзади вроде еще коп идет, да? А, ну да. Там с ними за ними шел. Тут ходит, сигарету курит. А мы уже пришли. Среди выбранных заключенных. Теперь иди к шкафчику справа от входа, возьми инструменты по своему выбору и подойди к каждому осужденному, чтобы вручить ему. Я понял. Такс. Выбираем. Раз, раз. Я понял. Все берем. Чтобы раздать пробелы, поговорите с заключенным. Ну давайте. Так, что ему дать? Давайте напильник дам, наконец-то. Ну давайте, молоток. Так, пора работать. Сейчас мы всем быстренько раздадим. Докторный резерв. Ну ладно, у меня самая скучная работа. Гаечный ключ. Я бы предпочел что-нибудь другое. Пофиг, я тут что раздал. Давайте сделаем это. Следи за заключенными, пока они работают. Ну, работают пока что. Сколько они? А, две, три минуты работать будут. Значит, следим за ними. Чё ты делаешь? Чё ты делает? Этот вообще стучит по деревяшкам. Стул делает. Табуретку. А этот? А этот, я так понимаю, шлифует. Да-да. Так, а тот что делает? Тот отвертки, да, так я прямо прикручивает или что он делает? Да. Отверткой прикручивает. Так, а ты что стоишь? Теперь руки чешутся. Давай работай. Пошел вон, или я тебя под орех разделаю. Офигел? Так, ты что тут делаешь? При возникновении пожара необходимо реагировать быстро. Найди ближайший огнетушитель и возьми его. Хрена ли там пожар-то сработал? Бежим! Сфига ли ты тут сделал? Пожар он тут устроил. Значит, когда минимальное время работы будет достигнуто, ты можешь вызвать людей на сбор, выбрав команду. Можно также подождать, пока заключенные будут работать сверхурочно. Но это придет к более высоким зарплатам. Подожди. Еще один коп прибежал. Все. Минимальное мы сделали, поэтому... Пойдем их соберем. Собраться. Говорите заключенными, заберите у них инструменты. Давай, мы закончили, да. Так, забрали. Так, забираем. Всё, забираем. Так, положим обратно. Не собрав инструменты, не забудь обыскать всех осужденных. А почему? Ага. А что это за инструмент? Он, по-моему, вообще не подходит. Искать. О, вот, а. Забираем. Ой, подожди. Ходят здесь. Так, ты пустой. Ты тоже пустой. Ты тоже пустой. Ты тоже пустой. За мной. Пойдемте за мной.
Тюремная охрана 38%. Вас фигали так на них? Я, блин, даже заключенных больше уважаю. Что это за бред-то? Так, мы идем обратно в камеры их ведем. Вот мы и привели. Моим Йонга Энсконтканак. Задача выполнена. После того, как ты выполнил все планированные действия или забрался, отправляйся в комнату для инструктажа, чтобы закончить день. Побежали. Так, бежим. Слишком мало энергии. Блин, энергии очень мало, ее надо здесь как-то, я не знаю, может ее как-то можно получить. Заруби 3100. Нормально, блин. Так, бежим в комнату для инструктажа или куда там. Иди в зал совещаний, поговори с охранником. Подожди. А куда так туда попасть? Я так понимаю, вот здесь, да? Зал для брифинга. Ну да, это он. О, здорово. Интересно, когда ждать перебавки? Я так понимаю, что ты уже все сделал, да? На сегодня все. Опа, на. Твои деньги. 27, 10 долларов мне дали. Уважение охранников упало. Заражен харизмпункт 20%. Ладненько, е, продолжить. Так. Ну что, я думаю, на этом закончим. В следующей серии мы продолжим проходить эту игрушку. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.